В Чебоксарах прошла 16-я конференция Чувашского отделения партии «Единая Россия». Единороссы подвели итоги партийной работы за год и избрали нового регионального секретаря партии. Сегодня «Единая Россия» объединяет почти 2,5 миллиона человек по всей стране. Чувашию в этом списке представляют более 33 тысяч членов партии. Глава республики отметил их вклад в социально-экономическое развитие Чувашии. У нас ключевые показатели, они с каждым годом улучшались. Естественный прирост населения, возросла ожидаемая продолжительность жизни, растет количество многодетных семей. Главная цель работы регионального отделения остается прежней, подчеркнул депутат Госдумы Николай Малов. Это выполнение социальных обязательств перед жителями республики, улучшение качества жизни людей, развитие городской и сельской инфраструктуры. Год отработан нами неплохо, нам есть чем гордиться, есть определенные недочеты. Я думаю, сегодня мы все это еще раз отметим. И самое главное, есть доверие нашего избирателя, вера в нашу партию, сплоченность и единство в наших рядах. Это самое главное. Есть желание и стремление работать в интересах Чувашии и Российской Федерации в целом. Тайным голосованием на альтернативной основе новым секретарем региональной партии избрали Валерия Филимонова. Также внесены изменения в состав политического совета и контрольной комиссии Чувашского отделения партии. Конференция прошла в преддверии 17-го съезда «Единой России». Он состоится 23 декабря в Москве. Делегатами в столицу избраны секретари первичных отделений партии. Татьяна Трофимова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.